Недалеко от Москвы, в городе Магадане, живет и трудится композитор, воспитанник института имени Гнесиных. В 70-е годы он окончил в классе известного композитора нашего профессора Николая Ивановича Пилько. Его песни пели и поют многие эстрадные исполнители, в том числе Ирина Понаровская. Его сонату сыграли почти все известные баянисты мира. А вчера на этой сцене прозвучала московская премьера симфонии «Апокалипсис» для баяна и камерного оркестра в блистательном исполнении нашего педагога, лауреата международных конкурсов Михаила Бурлакова. Сегодня за заслуги в баянном искусстве награждается композитор, который считает себя единственным учеником Золотарева. Они оба родились и жили в Магадане. Мы приглашаем на сцену Александра Нагаева. Получили практически все ведущие исполнители, педагоги, композиторы, общественные деятели. И я знаю, что большинство из этих обладателей пишут в своей биографии, что они являются кавалерами серебряного диска фестиваль «Баян-баянисты». Дорогие товарищи, у нас на этом фестивале гости из Италии. У нас Ренцо Руджиери сегодня играл. А я приглашаю на сцену мэра города Кастельфидардо. Это такая мекка для баянистов, потому что там все известные фабрики находятся. Приглашаю на сцену Роберто Аскани, он специально приехал на нас. Я приглашаю на сцену президента Международной конфедерации аккордеонистов, замечательного музыканта и бизнесмена, у него в руках фирма «Скандали», Мирко Патрини. I invite you to the stage. Thank you so much for invitation to Moscow and Festival of Baiano and Baianista. I'm honored to be here. Дорогие друзья, я очень рад быть здесь. Большое спасибо за приглашение. I'm pleased to inform you that the City Council of Castelfidardo in the session on 29 November 2018 unanimously decided to confer you the title of Ambassador of the Accordion, reserved for the artist who contributes with the words to promote and disseminate culture and knowledge of the instrument in the world. Я рад сообщить, что городской совет города Кастельфидардо на заседании 29 ноября 2019 года единодушно решил
присвоить звание посла аккордеона, предназначенное артистам, которые посвятили свою жизнь и творчество продвижению и развитию культуры и искусства в аккордеоне во всем мире. I have the honor, therefore, to invite you to Castelfidardo. For the withdrawal of the special recognition during a special celebratory session of the Council, which will be held next year in accordance with your commitments. Для меня честь, я имею честь пригласить вас в Castelfidardo на вручение этой специальной премии во время специальной торжественного заседания Совета, который пройдет в следующем году. I thank you deeply for your artistic work. I would like to take this opportunity to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to you. С Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! Спасибо! Спасибо, я сейчас я даже знаю, о чем разговор. Я посмотрю, что там внутри в этом конверте. I think now we have to listen Mirko Patarini, please. Good evening, everybody. On behalf of the Confederación Internacional des Accordeonistes, CIA, that everybody knows, of course, I wish to thank you, and I'm so grateful to the organization of this great event for the 31st time. От имени Международной Конфедерации Аккордеонистов CIA, организатора Кубка Мира, я поздравляю вас с этим замечательным событием, благодарю всех организаторов за проведение этого фестиваля уже в 31 раз. So many thanks to Professor Friedrich Lips and the organizing staff headed by Alexander Gataulin. Огромная благодарность лично Фридриху Липсу и Александру Гатаулину и его команде за организацию. I want to thank you to the wonderful, I call the temple of classic accordion, Gnesinger Academy, for giving us, for the Coupe Mondiale and for the all international competitions and festivals, a large part of musicians and players. И особенно я хочу поблагодарить Российскую Академию Музыки, эти стены, эту атмосферу, и деятельность Российской Академии Музыки, которая, и этот фестиваль, который дают всему миру, всем другим фестивалям, конкурсу Кубок Мира, музыкантов самого высокого уровня. We are very happy and proud of the collaboration of the Russian associations with the CIA. As president, I am very happy. Of course, we have here vice president, is Professor Vyacheslav Semyonov. От лица Международной конфедерации аккордеонистов я хочу поблагодарить Российские ассоциации баянистов и аккордеонистов, которые плодотворно сотрудничают с нами. Я как президент Международной ассоциации, но здесь присутствует и вице-президент Международной конфедерации аккордеонистов Вячеслав Семенов. And the cooperation with the MABA Association, that is the first, one of the first members of the CIA, where the vice presidents are Vyacheslav Semyonov and Professor Friedrich Lips. So thank you very much for all cooperation and above all for forming so many young talents. Спасибо еще раз, спасибо огромное и за все, и в особенности за те молодые таланты, юные дарования, которые мы здесь услышали. И остались на душе лишь воспоминания
а мгновение счастливых наслаждения. Мы надолго сохраним в памяти нетленный слет российских игроков, лучших по вселенной. Будем долго вспоминать и от порток музыки тех, что музыку поют нам навеки. А премьер здесь сколько было? Изобилие! Одних авторов мастиков, ожерелья, оркестровых коллективов не бывало. Ну а слушателям жадным было мало. И кричали бесконечно «Браво!», наседали на солистов всей оравой, выжимали из артистов все до капли и бессильных отпускали домой в сахли. Их духовное богатство брали щедро, не иссякнут талантище их негра. Будут новые в искусстве урожаи, все сердечно с терпением ожидают. И прощаясь ненадолго с фестивалем, всех солистов и творцов обнимая, мы с восторгом говорим спасибо! Наша жизнь снова стала счастливой! У нас проводится международный конкурс баристов и аккордеонистов. На будущий год, пятый такой год настал, у нас будет седьмой международный конкурс. Так что мы ждем гостей со всего света. А на сегодня 31-й военный фестиваль я объявляю закрытым. Да здравствует 32-й фестиваль военной баристы. Thank you.
А теперь понимаете.